ein wichtiges Spiel für uns. Для нас это важная игра. Und ein guter Umstand, dass wir in Grodno spielen. Это хорошее обстоятельство, что мы играем в Гродно эту игру. Das Spiel war sehr schnell ausverkauft. Очень быстро были проданы билеты все. Das zeigt das große Interesse an diesem Spiel. Говорит об интересе к этой игре. Wir erwarten eine gute Atmosphäre. Ожидаем хорошую атмосферу на стадионе. Und wir wissen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. И мы точно знаем, что мы должны ее выиграть эту игру. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle unsere Spiele gegen Andorra und Kasachstan gewinnen. Это очень важно, чтобы мы все игры против Андорры и Казахстана выиграли. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen. Если мы хотим вообще иметь шанс. Ich denke, dass unsere Spieler mit guter Stimmung kommen nach dem letzten Sieg in Kasachstan. Я думаю, что у игроков будет хорошее настроение после последней победы в Казахстане. Wir sehen keine größeren Probleme für die Mannschaft. Мы не видим больших проблем для команды. Все игроки в хорошей форме. Мы пригласили игроков, на которых мы надеемся, что они гарантируют нам победу. К сожалению, мы вынуждены отсутствуют у нас три очень опытных игрока, die in allen wichtigen Spielen bei uns gespielt haben. Которые играли все важные для нас игры. Это Кульчи из-за карточки желтого пузов, которому сегодня Милане делают исследование колена. Und Vitali Buluga, dem eine Meniskus-Operation bevorsteht. И Виталий Булыга, у которого предстоит операция мениска. Если все остальные игроки в хорошей форме, есть, конечно, какие-то мелкие проблемы, но мы оптимистичны. И мы надеемся, что приглашенные игроки в Гродно перед полным стадионом дадут хорошее показательное выступление. Это наша сборная Мигенчука. И почему не вызван Корыцко? Вторым Корытько не будет. Пожалуйста, Руслан, еще вопрос. Вообще важен этот матч. Будет ли в нем участвовать? Индивайд нет. Журналисты думают и ждут только победы от этого матча против Андорры. То есть любой другой результат.